чем тут дело? Это же не твоя идея. Сраная мисс средний класс хочет таунхаус в Пилсоне. Так, минуточку, я не... Долго крутила ему яйца, пока он не сдался? Да никто ничего не крутил. Без разницы, чья идея. Она хорошая, и не согласна только ты. Иэн просто подражает тебе. Чего? А у Карла по жизни извилин не хватает. Неправда. Мы с Микки откладываем на жилье. И когда это началось? Когда съехал Лип. Лип живет отдельно, и я хочу. Херня. Я не подражаю Липу. Вообще есть такое. Хоть один пример. Начал носить боксеры после Липа. У меня был грибок. В боксерах шары лучше дышат. Точно. А кто это сказал? Лип. Ой, нахуй вас, я самостоятельный. Тогда скажи Липу, что не хочешь продавать дом. Микки, эй, хватит. Только семья. Мик, семья. Он имеет в виду... Тебя это не касается. Да, не касается. Так, то есть Микки у нас семья, а Тэмми что, нет? Да, они женаты. Тэмми не имеет права продавать мой дом. Да боже, я его об этом не просила. И что за хуйня? Так, спокойно. Я все разрулю. Ну да. Карл. После продажи у нас будет штук по 20. Понял? Может, больше. И купишь холостяцкую берлогу. Круто. Придется ее убирать и самому готовить. Бля. И никто не вломится, когда ты занимаешься сексом. Но придется оплачивать счета. Да хоть онлайн, это легко. Он не знает, какой пульт от телека, и он оплатит счета? Нельзя добиться своего оскорблениями. Как и натрахать право голоса. Так, а ну-ка,